Санки меня не убивает. Мне спасает крем «Черное солнышко». Саш, сняла? Да, сняла. Я похожа на вампира? Нет, не похожа. Я вампир! Какой вампир? Я вампир! Нет. Я говорю, сам настоящий вампир! Нет, иди сюда! Нет, иди сюда, я вампир! Я вампир! Нет, какой-то не вампир! Ах ты ж! Я вампир! Знаешь, что вампиры не отражаются в зеркале? Серьезно? Ага. Что ты слушаешь? Рамштайн. Это такая группа? Я не слышала, можно послушать? Да, конечно, послушай. Спасибо. Мне кажется, самое время съесть наш тортик. Слушай, музыка просто бомба. У тебя очень классный вкус. Спасибо. А ты не хочешь сходить потренироваться перед соревнованиями? Да, давай. Эй, новенькая, смотри, не высовывайся во время игры, поняла? Кстати, насчет матча. Это замечательная возможность надкусить на что? Нет. Первое правило вампира. Люди не должны знать о вампирах. Мы помним, Лар. Блин, девочки, у кого-нибудь есть пластырь? Я поцарапалась. У меня есть. Ща. Никогда не понимала, как эта маленькая татушка может защищать нас от солнца. Надеюсь, если я одену пластырь, я не сдохну. Сегодня обещали солнечную погоду. Поэтому давайте размотаем людей по-быстрому. Итак, друзья, а сегодняшний день чемпионата по баскетболу начинают две команды – «Снежные барсы» и «Черные пантеры». Есть! Получилось! Давай. Открой рот! Открой рот! Как дела у Насти? Все хорошо. И давно ты вампир? Ненавижу это слово. Теперь ты меня косишь? Нет. Сначала хотела, но потом... Я видела ваши зубы. Уродство, да? Я хочу быть такой же, как вы. Сильный. Бессмертный. Вы же бессмертные. Хочу, чтобы ты меня укусила. Хочу, чтобы тебе всегда было 13 лет. Я хочу, чтобы ты оставалась человеком.
она все видела и знает, кто мы. Сама виновата. Наконец-то мы съедим наш сладкий тортик. Сейчас. Как же я люблю такие моменты. Ты чего тут? Я хочу, чтобы вы сделали меня вампиршей. Вот это поворот. Не вампиршей, а вампиром. Ты такая смелая. Ну, как хочешь. Мы не будем ее кусать. Почему это? Подумайте, до сих пор мы с вами не имели права ходить на работу, ездить на машине, снимать квартиру. Для всех мы просто дети. Мы и есть дети, хотя многим из нас уже больше 1000 лет. Все вы прекрасно знаете, что взрослых вампиров не существует. И сейчас мы можем вырастить взрослого, который сможет обеспечить нас домом, едой и работой. Она человек. Она поможет нам. Люди не должны знать про нас. Помни первое правило. Да ты достал уже со своим первым правилом. Мы не будем ее кусать. Они побежали в этот корпус. Да-да, я видела. Давайте, давайте, побежали, девчонки. Запомни, никто не должен знать. Я найду тебя. Вот она, белобрысая, за ней. Привет. Привет. Заходи. Классная машина. Или она твоя? Спасибо тебе. Я пожелаю эту жизнь как человек. А теперь сделай меня вампиром. Какие-то из них окажутся ближе.